Hey, yo, всем здорово, это Ширка, и это второй выпуск душевного плейграунда. Погнали! Сегодня я отправился на поиски уличных музыкантов, и я пошел на Андреевский спуск. Первым я нашел мужчину, который играл на пианино. Я записал его, но честно, даже и не подумал, что-то я буду использовать, потому что он играл все банально, стандартное, Beatles, все такое. Но когда пришел я домой, я такой для себя с радостью обнаружил, что я могу использовать вступление, типа то, что мне надо. Я его немного замедлил. Потом на этом же Андреевском спуске я встретил двух мужчин. Один из них играл на трубе, а второй играл на баяне. И я попросил одного из них записать только трубу. И я использовал эту трубу в своем треке. Еще они мне дали визитку, где другие написали, как найти их на ютубе, и я вам сейчас это покажу. Заслуженный артист Украины Олег Опанасюк. Записал их не видео, то, что я именно записал на звук, поэтому я вот приложу то, что они играли. Роман, а где же Альбиноли? Я раскидал это по пэдам и переиграл свою мелодию. Причем первые разы, когда я играл, я еще не отключил velocity. Мне нужно было бить сильно по этим пэдам. И я так заигрался, что я себе отфигачил пальцы, они у меня болят теперь. Короче, меня вдохновляет эта музыка. Особенно эта труба. Потом из набора ударных я выбрал то, что мне нужно. Потом я взял пласт Хэйзи. Здесь есть отдельная капелла. И я наскретчил там какой-то сэмплик, типа. Посмотрим, как он зайдет. Еще не знаю, еще не наложил его. Ну и получился вот такой вот щит. Цените. Спасибо Мирославу Карпуку, что ты подкинул нужную информацию по поводу музычки. Благодарочка. Кому понравилось и кто в теме музыки, отпишитесь под низом, что вы вообще об этом думаете. До новых встреч. С Донбасса, брат. Всем правильным респектоус. Пам.